я в Москву на нем ехал. Вот это был, да. У него максимальная скорость 85 км в час. Это надо Бога спросить. Я так понимаю, он иногда, так скажем, во благих целях использует всех нас, Господь. Вот. И это значит, надо не мне, это надо людям, которым я еду. А Господь просто меня использует. Я бы тоже хотел служить только у себя в храме, отдыхать, никуда не ездить. Но вот что-то какая-то внутренняя сила, она говорит, надо, езжай, и я еду. Почему не назовешь? Назовешь. Внутри-то церковь, вот, снаружи просто она передвигается. Собственно говоря, ничто не ново под землей. Еще евреи при Моисее, ходившие по 40 лет по Синайской пустыне, переносили с собой вот такой палаточный храм. Так что, собственно говоря, все из Библии. Вот. Насколько актуально? Ну, наверное, вот по количеству народу надо посмотреть. Если народу много, значит, актуально, приходят люди. Я ездил раньше с палаткой. Ну, такая большая палатка торговая была в деревне. Ну, палатка неудобна, то ветер ее колыхает сильно. Дождь, вот, значит, тоже с непогодой вдруг случается. А тут как-то ехал просто в автобусе, в городском обычном, ну, вот. И увидел, что он же большой. А если отсюда убрать все эти сиденья, то целый вагон получится огромный. Ну и все. Идея пришла, идея вот с Божьей помощью осуществилась. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. На небеси и на земли поклоняемые, славимые Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюди, отстогни го лихвы и лесть. Якаще бы враг поносил, не претерпел бы хуба, яще бы ненавидя меня на мебели речи. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты и же от тебе родшегося моли, Богородица, Дева, много бы может моление матерней ко благосердию владыки, и скорби, зол и болезней, огради нас святыми твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями, наставляями достиг. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархом, о богохранимей стране нашей, властях и воинстве я. Утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Душой мы все верим в Бога, и он уже, раз там уже батюшка ходит, это уже все и начитано, и все, мы считаем, что это к нам как церковь, нам церковь, потому что в церковь мы ездить не можем часто.